Плавание сегодня – это самый востребованный вид спорта среди детей и подростков. Более 450 ребят от 6 до 17 лет включительно регулярно посещают бассейн спортшколы «Муравленко». Начиналось развитие плавания в городе еще с 97 года. По сей день уже видны результаты. Плавание у нас растет в городе, развивается изо дня в день. Результаты так же само с годами улучшаются, как и количество тренеров на отделении. У нас сейчас работают 7 человек на отделении, 7 тренеров. Количество спортсменов составляет 475 детей. Каждому воспитаннику здесь индивидуальный подход. Вид спорта непростой. Для тренера важно помочь ребенку оздоровиться, разглядеть будущего чемпиона в юном спортсмене, давать нагрузку по его физическим возможностям и наблюдать за ростом. Самое важное, как в спорте, так и в плавании, это желание. Будет желание, будет труд и будет результат. Просто результат может быть разный для каждого спортсмена, для каждого человека он разный. Детям может быть подарен талант, это его антропометрия или какие-либо морально-волевые качества, но он ими может и не пользоваться. А ребенку эти факторы не даны, но он очень усердно трудится и добивается высоких результатов. А начинали развивать плавание в спортивно-оздоровительном комплексе «Ямал». Сегодня спортивные показатели муравленковских пловцов стремительно растут. Есть на отделении и свои звездочки. Первый и пока единственный мастер спорта России по плаванию Денис Тайбеков. Воспитанник тренеров Инны Филипповой и Кирилла Поменчука. До серьезного норматива он доплыл в 2019 году. У меня был первый тренер Филиппова Николаевна. Она дала мне на рукавники. Я просто прыгнул, как-то барахтался. Даже, ну, те моменты я не помню. Я помню, когда уже в 6 классе плавал. У меня тогда техника кривая была, и я просто брал своим ростом. И как-то плавал. А потом уже пришло сознание то, что я продолжу им заниматься, и уже начал больше узнавать про него, больше читать, ну, статей и заниматься. Денис был подвижный и очень такой своеобразный ребенок, но в нем виделась вот какая-то настойчивость. Он всегда хотел быть первым, он всегда был лидером. На тренировках, когда мы плавали задания, он всегда вставал первым, он выполнял задания ответственно. Некоторые дети могут где-то не доплыть, где-то не досчитать. Он прямо ответственно относился, никогда не обманывал тренера, когда вот дается задание. В этом плане он молодец. Он трудолюбивый. Сейчас на отделении тренируются 4 кандидата в мастера спорта. Виктория Полищук, Алина Сикачева, Денис Мастеров и Егор Федотов. Мне родители сначала просто отдали на плавание. А потом, чтобы научиться мне плавать и чтобы я была в форме. А потом мне просто понравилось плавать, и я решила дальше идти к своей цели. Виктория очень особенный спортсмен в плане того, что ее талант – это ее желание. Ее труд, она все добивается своим трудом. Ей в силу ее генетических факторов не подарили предки высокий рост, длинные руки, стопу 43-го размера, как у ее соперниц, да, на первенстве России. Но Виктория своим трудом добивается высоких результатов для нашего города, для округа. То есть это 100% она добьется успеха. 6 воспитанников уверенно вошли в состав сборной «Ямала» по плаванию. Я выбрал плавание, потому что я очень хотел научиться плавать, и поэтому пошел в этот вид спорта. Но тренировки, безусловно, важны каждому человеку. Они помогают держать спортивную форму, здоровье, укреплять свое здоровье. Лучше становится твоя дыхательная система. Также ты развиваешься, как сказать, в виде мотивации. У тебя появляется больше духа в себе. Если раньше ты был не уверен в нем, в своем духе, то сейчас у тебя очень все хорошо получается. Во-первых, это дисциплина сама выработалась уже. Ну, для себя, здоровья и для своих результатов, чтобы что-то оставить. В плане я хочу достичь мастера спорта, ну и приехать на Олимпийские игры и там показать себя.
На отделении созданы все условия для успешной и качественной работы. С детьми занимается высококвалифицированный тренерский состав, а также периодически приезжают звезды мирового спорта, пловцы, имена которых известны далеко за пределами страны. Так, например, 6-кратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков посетил наш город в 2021 году и провел серию мастер-классов для муравленковских пловцов. Визит именитого спортсмена стал возможным благодаря грантовой поддержке деятельности Муравленковской федерации плавания. Задача научить плавать таким образом, чтобы когда ты устаешь, ты понимал, как двигаться дальше. То есть вопрос же на самом деле... В любом спорте вопрос заключается в том, чтобы распределить равномерно нагрузку как на сердце, так и на мышцы. Это первый, да, вопрос. И второй, непосредственно уже по мышцам, распределить ее на все тело так, чтобы, ну, более-менее равномерно мышцы уставали. Потому что как только одна мышца отваливается, уже как бы собрать остальные в кучу довольно тяжело. Цепочка рвется, и все, и получается ерунда. Вот. Ну, в общем, в этом и техника плавания, она и заключается в том, чтобы делать так, чтобы одна мышца могла поддерживать другую, и вся эта система работала либо очень быстро и либо очень быстро-быстро на коротких дистанциях, либо наоборот там долго и выносливо на длинных. Я узнала, как правильно плавать, как правильно делать захват воды, чтобы быстрее плыть, как правильно делать старт. И еще даже на минуту забыла, кто нас тренирует вчера. Почему так произошло? Ну, не знаю. Вот я к этому человеку почему-то очень сильно вчера вечером привыкла. В этом году муравленковские пловцы потренировались под руководством призера Олимпийских игр чемпиона мира Сергея Фесикова. Два дня титулованный спортсмен общался с ребятами и делился опытом с тренерами. Для меня всегда это новый опыт. Я получил положительные эмоции, раздал свои положительные эмоции. И, ну, я уверен, что с чистой душой и сердцем я могу сказать спасибо за организацию и спасибо за этот прием, теплый прием, северный прием. Такие спортсмены приезжают очень редко. Был до него Прилуков, и все, больше никого не было. Он показывает все твои ошибки. Если хорошо проплыл, хвалит тебя, это тебя радует. У тебя самооценка, так сказать, поднимается, то, что у тебя все получилось. Тренировки с таким спортсменом очень важны для нас, так как это очень большой опыт. Ведь этот спортсмен очень многое прошел и может передать свои знания. Тренировки были проведены, как я считаю, очень отлично, так как такой именитый пловец посмотрел на нашу технику, что-то в ней добавил, что-то подкорректировал. Сегодня перед тренерами отделения и воспитанниками стоят серьезные задачи – продвигать плавание в массы, покорять новые вершины и развивать вид спорта, который 27 лет назад появился в городе Муравленко.